Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – небезпека, яка приховує захоплення потустороннім світом. А саме астрології, магії, спиритизмом і таке інше. Саме про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, настоятелем Свято-Симеонівського собору протоієреєм Геннадієм Дьяковим. Отець Геннадій, здравствуйте. Спасибо большое, что несмотря ни на что, ни на погоду, ни на всякие там препятствия, вы приехали к нам в студию для того, чтобы слово молвить спасительное и разъяснительное. А именно тема нашей сегодняшней беседы – это увлечение потусторонним миром. А именно, вот смотрите, отец Геннадий, увлечение, современное увлечение, например, нетрадиционными методами лечения, астрология, магия, гадание, насколько это, вы знаете, оно на самом, с одной стороны, это так здорово, да, это так интересно и таинственно, но оказывается, это очень опасно, более чем, да, отец Геннадий? Да, очень опасно, если бы каждый человек давал себе отчет, что именно это, как вы сказали в начале передачи, это общение с потусторонним миром, с духами, вот, и он бы, каким ее знал, духами, то он бы, наверное, и даже не пытался, даже не думал бы об этом. Ну, и история идет еще от создания Господом невидимого мира. Когда-то до создания Земли и человека Господь создал невидимый мир, то есть духов, ангелов. Ангелы разной иерархии, есть 9 иерархий, они обладают огромной силой, большими возможностями, чем человек. Когда часть ангела отпала, мы знаем, была война, часть ангела была низвергнута, возглавлял войну против них архангел Михаил. Эти ангелы изменили свою природу. Ангел света, мы знаем, он добрый ангел, он вестник Божий, он приносит только радость, приносит волю Божию, извещает. А эти падшие, мы называем ангелы, бесы во главе с дьяволом, денницы, они по природе только могут творить зло. Они не могут измениться, они будут творить зло до конца мира, до конца пришествия. Поэтому любое общение с ними, оно очень вредно. Ну, это заключается, например, мы говорили, астрология. Почему астрология, она вредна? Казалось бы, можно еще и вспомнить, что на Рождество волхвы пришли, то есть звезда шла, их привела. Да, можно это сказать, почему именно так, почему ведь Евангелие. Но Господь показал этим людям признаки или место рождения Христа, потому во что они верили. Так бывает, Господь приводит людей в жизни, потому что они верят. Он и притчи говорил рыбакам про рыбу, там, сеятелям про зерно, и пшеницу и так далее, и так далее. Поэтому астрология, она подразумевает влияние небесных светил, их положение, Луны, звезд, Солнца, на как говорят, судьбу человека. Но, в принципе, что здесь плохого, если просчитать влияние да. это по звездам? Влияние может быть какое? Это же не плане. К духам обращение. Да. Да, влияние может быть, сейчас я объясню, только на стихии, то есть на то, как приток или там, отток воды, там, приливы, отливы. Там, изменения там, погоды, и это, в свою очередь, если чем-то болеет, это как-то отражает, как сейчас магнитные бури, как-то это влияет на него. Но на судьбу, на то, как он будет жить, и какая у него будет жизнь построиться, это никакого влияния не имеет. Другое дело, почему это опасно, потому что человек, веря в положение светил на его судьбу, он, положение Луны и так далее, что подстраивает дьявол, он ошибается. Он и дьявол, и постепенно враг, бес приводит его именно к тому, что он, то ли он отчаивается, то ли он, веря вот в то, что ему прорицатели астрологи сказали, он это соблюдает и попадает в пагубу. Потому что, еще раз, я выше сказал, что эти ангелы, падшие ангелы, они только творят зло, и они рады, и этим они занимаются, чтобы погубить каждого человека. Отец Геннадий, почему именно обращение к звездам или спиритизм, или еще что-либо, это обращение именно к темным ангелам, а не к светлым?
Вот почему такое твердое убеждение православного учения, что это обращение к темным ангелам, а может быть, к светлым? Но положение звезд не может как-то влиять, как оно может влиять на то, что вы сейчас, какое у вас настроение, или что вы будете делать завтра, или что вы выберете, какой путь завтра, как он может повлиять. Только это по вашей воле, и человек, еще раз я повторяюсь, веря вот во все это, что подстраивает ангел, возьмите, много есть такие названия в народе, лунатики, как, вроде бы как в положении луны определенном человек начинает там что-то делать. Но это не луна виновата, это бес подстраивает, так что человек верит в то, что вот это произошло именно по положению этих светил. То есть, если подытожить, то звезды никак не влияют на судьбу человека? Никак не влияют. Абсолютно не влияют. Это есть астрологические всякие там прогнозы. Это общие какие-то там фразы. Вот как это может, общность какая-то людей, какое-то слово людей может поступать вот так сегодня, потому что они стрельцы там, или эти, которые подумают, что они по другим знакам зодиака. Масса людей ведь рождены под и тот же день и так далее. И тот же месяц, как это может влиять на их судьбу? Никак. Только нас заставляет враг верить в положение творения Божия, что оно влияет не в Творца, а в его творение. Это часть разновидности суеверия. Суеверия. Да. Отец Геннадий, тогда нетрадиционные способы и методы лечения, обращения к колдунам, к экстрасенсам, очень часто мелькают и «сниму порчу», «венец безбрачия», «помогу наладить дела в бизнесе», «Господи, ну, сулят всякие там блага». Чем это, в чем здесь опасность? Человек-экстрасенс или обладающий определенными способностями человек, которые ему даны не за его труды, как некоторые ситуации это получают, допустим, прорицатели. Прорицание, может быть, у человека появляется этот дар от того, что он имеет какой-то опыт в какой-то области, о чем он говорит. Потом он имеет помощь, самое страшное, от бесов, которые ему говорят, что с этим человеком, что у него было, что предполагается у него в жизни. И третье, что очень редко, и только у святых отцов, это благодать Божия дает это. То есть ничего просто так не дается. И человек, когда, если это экстрасенс, вот говорят, что попал там в какую-то автокатастрофу или там какие-то необычные близким явления, удар молнии и прочее, он стал что-то обладать паранормальными способностями. С другим стал человеком. Взглядом двигать машины. Да, человек в это верит. И веря в это, он думает, поначалу думает, что это хорошо, он делает людям добро, то постепенно-постепенно он понимает и уже начинает служить тому, кто ему об этом говорит. Ведь даже вот ученые были, исследовали на одной конференции, посвященной Попову, вот, профессора спросили одного из чешских экстрасенсов, очень известного, как он ставит диагноз на расстоянии. А он ставил диагноз на расстоянии, рассказывал о том, что с этим человеком было, как история его болезни. Он говорит, что я вот это достиг путем йоговских упражнений, путем каких-то упражнений, потом источения плоти, там, постами, медитацией и прочее, прочее. Я получаю на уровне подсознания такие вот подсказки. Импульсы, мне говорится, да? Да, мне это говорится. А кем говорится, непонятно. Да, ну, он думает, что это поначалу, что это говорится светлым ангелом. А на самом деле постепенно все, задача ангелов тьмы человека погубить. Поэтому человек, веря в это, веря, что он приносит людям пользу, он его губит. Чем губит экстрасенс, например? Известно, вот по восточной религии утверждает, что человек есть внутри, есть энергии. Вот, есть вот такая рефлексотерапия, там точечный массаж и прочее. И когда заболевает какой-то орган, то это значит нарушение вот этих... Течение энергии. Да. Угу. Значит, где-то прошла какая-то... Где-то остановка, закупорка, они это устраняют, энергия перераспределяется, человек выздоравливает. Но на самом деле происходит немножко по-другому. Человек, обладая такими способностями, он обладает, потому что духи ему передают это, способности, часть своих способностей. Он влияет на другого человека своей энергией, своим биополем. И выздоравливает орган, но никуда не девается энергия, она может уйти на другой орган.
может часть энергии может там под пиццу забрать. Например, известно, что Джуна, ее знакомые родственники отмечали, что она, когда приходила на сеансы, она за несколько часов принимала людей до 150 человек. За несколько часов. И она в начале сеанса была разбитая такая вся, ну, больная никакая. А уже к 10-му, к 20-му, 30-му начинала шутить, играться, игриво, значит, общаться с людьми. То есть получала какую-то энергию. То есть человек, экстрасенс, он берет часть энергии и частично отдает. 70 забирает, скажем, 30, там, 20 или сколько отдает энергии. И она к концу уже этих сеансов уже имела массу силы, настолько, что она была способна всю ночь там гулять, веселиться, а на утро опять шла на эти сеансы, разбитая. Нормальный человек этого не может сделать. Другие, ну, части есть экстрасенсов, или как они больше к колдунам относятся, потому что один знаменитый колдун Тарасов, он говорит, что экстрасенсорика и прочее, это такая часть айсберга, что может колдун. Колдун получает посвящение, или он от человека, который уже является колдуном, кто-то ему передает беса определенного. О, Господи, да вы и что? И он уже начинает, поначалу ему молодые думают, что это хорошо, помогать людям, а потом они начинают ему служить. Он уже не может от этого отойти, поскольку то есть, он обладает он очень сильной, да. Ведь бес обладает огромной силой, как падшие ангелы. И они этого человека не отпускают, они потом начинают ему повелевать, что делать, что говорить. И человек уже без этого не может, потому что он начинает мучиться. Вот болгарская экстрасенсов Ванга, она, ее родственница рассказывала, что она вдруг с ней беседовала, вдруг она начинает говорить каким-то голосом непонятным, рассказывать про жизнь этой родственницы, что было, что будет. Потом она очнулась и такая вся в таком состоянии, как будто бы она долго работала, утомилась сильно. И она спрашивает, что это, что с тобой было? Я вот как-то так вот и не помню, что это кто-то говорил. Это приходят высшие эти, как она их назвала, я не помню уже, ну, по-нашему, бесы, и, которые уже не подсказывают, а уже говорят ее языком, устами, ее да? Устами, да. Человек, обращаясь к этим людям, первый, он не излечивается, он вступает в связь, в ту же связь, как экстрасенс, с этими падшими духами, оскверняет себя. По закону Божию это раньше наказывал по Ветхому Завету побиванию камнями за обращение к экстрасенсам, к волхвам. Чародеям, волхвам, чародеям, да? Волхвам, да. Предсказателям. Предсказателям, да. И если проследить, ученые проследили всех тех, кого излечила Ванга, и ни один не остался здоровым. Через время они опять заболевали. То есть это все временно. Человек прощает вот эта вот быстрота исцеления. А ведь та же болезнь, она имеет определенный смысл у Господа. Она посылает человека для чего-то. Или в очищение от содеянного греха. Либо, чтобы в нем открылись какие-то способности, которые до этого у него спят. Либо того, чтобы его перенаправить, направить, подтолкнуть по другому пути, более спасительному, чем он идет. Поэтому человек, как бы не принимая эту волю Божию, он оскорбляет Бога. Господь его ведет, хочет его спасти, он идет к прорицателям, экстрасенсам, волхвам, чтобы от этого избавиться. Но мы же обращаемся к врачам. Если приходит болезнь, все равно мы обращаемся к врачам, конечно, и мы пытаемся, да, эту болезнь вылечить, несмотря на то, что она промыслительным образом послана. То есть здесь получается тоже нарушение воли Божьей, обращение нет. К врачам. Врачи, в Ветхом Завете так и сказано, если ты заболел, предайся в руки врачу. Не волхву, а именно врачу. Потому что врачи тоже от Бога. Ну, врачи, то есть, лечат тело, да? Конечно. Не вторгаясь тело в духовный мир. Да, да. Они лечат уже последствия того, что человек сделал со своим телом путем согрешения, путем делания греха, или живя греховной жизнью. Еще есть вот такое вот увлечение спиритизмом. Люди интересно узнать будущее. Там. Это вызывание духов, да? Да, то ли это вызывание падших духов, мертвых. То ли стол крутится, то ли... То ли карандашик пишется, то ли блюдечко крутится, то ли еще что-то.
много есть там способов таких. Это тоже оскорбляет Бога и наказывается, потому что человеку скрыто будущее от человека для его же пользы. И ему не полезно знать то, что Господь скрыл. А так хочется иногда. А разве это бывает полезно? Ну, в принципе, да. Как человек, если ему сказать, что ты умрешь через 10 дней, что он будет делать? Неизвестно. Все по-разному. Поэтому Господь святым отцам открывал будущее, потому что они понятно будут вести тебя благоразумно. А человеку, который далек до веры, он будет пытаться от жизни взять все. Или еще хуже, там какие-то совершать какие-то преступления. Он говорит, все равно через 10 дней я умру. Поэтому это не полезно для нас знать будущее. Как вот и цыганки гадают, или кто-то другой на картах, не цыган, но тоже умеющий это делать, тоже оскорбляет. Мало того, человек, веря в это, враг тоже через это гадание, то, что человек в это верит, может привести его к гибели на основе веры. Потому что требуется для того, чтобы человеку эта сила нанесла вред? Вера. Внимание, вера. Человек верит, понимает. Даже вот посвящение бывает происходит независимо от воли человека. Только нужно его внимание, вера, что он верит этому человеку и смотрит на него. Ну, знаете, отец Геннадий, все равно бывает как-то или настроение, или еще что-то так хочется, и все, вот казалось бы, ну все плохо. И хочется так раз раскинуть картишки, ну что там, может быть, завтра улыбнется мне удача. Это тоже вступление в сговор с темными духами. Конечно. Безобидные пасьянсы какой-нибудь. Вот, тоже говорите, раскинуть карты. Что такое раскинуть карты? Там в картах есть, как называют их игроки, масти. И одна, как они называют, масть, оскорбляя Бога, это крест. Спасительное наше древо. Он раскидывает, бьет его, что-то там считает, что-то смотрит. Он уже совершает святотатство, даже беря в руки карты. То есть безобидные карты, их, да, в принципе, даже лучше и в руки-то не брать. Конечно. Вот как телезрители. Видите, как все сложно в этой жизни, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот мы сейчас говорили о колдунах. Отец Геннадий, они могут заколдовать человека? Могут, если он не будет защищен. Вы возьмите житие Киприана Юстинии. Киприан был волхвом, волшебником, и один вельможа полюбил Устинию. И он пошел к ним, договорился, чтобы он причаровал ее. Но он не мог. Сколько ни посылал бесов Киприан, а они были у него в услужении, они убегали, потому что она была христианкой, она молилась, и от нее они отражались, опалялись огнем ее молитвы, ее жизни. И сам Киприан потом, видя это, видя бессилие бесов, стал святым. Покрестился и стал вместе с Устинией святым. Стали мучениками. А он обладал огромной силой, он мог и вызывать... То есть он отрекся от тех, кому служил. И гром и молнии мог вызывать, да, и мог и волнение моря укротить или наоборот. То есть ему служили те же падшие ангелы, которые тоже имеют такую же силу, как светлые ангелы, делаются стихиями, что они заблагорассудятся. Но еще другой вопрос. Может возникнуть, что как же так? Ведь бывает, ведь приходят человеку и какие-то откровения, какие-то видения, все прочее, ну как вот в них верить. Разница в том, что Господь посылает тогда, когда это нужно, а не когда человек там колокольчик или там зазвонит, или он там какую-то мантру скажет, или он какой-то заговор скажет, и тут же сразу прибежит к нему святой или кто-то еще, или ангел, и будет ему служить. Это такого не может быть. Это оскорбляет величие Божие. Отец Геннадий, но дело в том, что вы, как понимаете, вы сейчас ломаете такой стереотип, что есть же целые теории о том, как правильно поставить постель, в каком углу, чтобы лучше спалось, чтобы была хорошая энергетика, чтобы все было по фэншую хорошо. А оказывается, это все совершенно не так. А для чего освещаются дома? Именно потому, что дом построен, мы не знаем на чем и как. И кто его строил. Поэтому, когда человек строит что-то или покупает ту же мебель, куда он будет ставить, тоже есть природное место на востоке, скажем, комнаты большой ставят, что там обычно делается? Делается иконостас маленький, семейный. Все иконы вешаются. У нас обычно там телевизор стоит. Освещается жилище, человек просто и живет нормально. Ведь были случаи, когда, и у меня тоже такие случаи, когда были влияния полтергейста, как так называемого, влияния духов, и засилие их в жилищах.
И после освящения все пропадало. Угу, то есть... Если человек опять не продолжал жить той же плохой жизнью, что до этого. Какой он до этого жил. Как странно, отец Геннадий. Казалось бы, так просто. Не увлекайся вот этим всем потусторонним миром, будешь здрав и, ну, во всяком случае, более-менее будешь жить. Но он настолько манит, и настолько он, на первый взгляд, привлекателен и таинственен, а то, что таинственное, оно же очень сильное, оно просто затягивает. Манит, потому что постоянно они же вокруг нас все эти... нечисти. И говорите, манит чем? Воображением, манит мыслью, манит представлением. А это все нужно избавляться от этого, что воображение и так далее, верование в внезапно пришедшую мысль, ее исполнение, это все святые отцы знали, что от дьявола приходит. Как может прийти человек мысль добрая, если он оскверненный? И тут же он ей верит, ее исполняет и ошибается. Потому что любая мысль должна быть продукт нашего какого-то ума, какого-то там процесса внутреннего, умственного. А мы верим, что вот пришла мысль, значит, обязательно она хорошая какая-то. На каком основании? Мы же почти все, мы не святые, мы не очищенные. Поэтому, естественно, прежде всего у нас вот здесь вот дьявольские силы. Прежде всего. Поэтому мы и пытаемся от них защититься именно молитвами, исповедью, причастием, постами. Постой молитвы, рот этот изгоняется, как сказано, Господь говорил. Ну вот есть такой распространенный случай, когда, например, маленький грудной ребенок кричит или у него испуг, несут к бабке, бабка выкатывает яйцом, и все, и ребенок здоров, и родители спокойны. Это тоже со временем все меняется. То ли у родителей появляются какие-то либо неприятности, либо какие-то болезни, либо у самого ребенка появляются какие-то другие качества нехорошие. У нас тоже в церкви есть молитва, приносит это понятно, что ребенка какая-то сила на него воздействует. Читается молитва. Ведь когда женщина рожает, уже читается молитва, даже до крещения, чтобы не воздействовали эти духи, чтобы не было, как люди в народе говорят, то ли зла, то еще что-то такое. Вносит ребенка полностью незащищенного на улицу. Молитвы не прочитались. Любовь может на него повлиять. Даже своим состоянием душевным он может уже влиять на этого ребенка, потому что он не защищен. Человек больной душевно уже заражает его. Подошел, просто поговорил, все, он же ребенок получил порцию негатива от этого человека. Поэтому нужно как можно быстрее крестить ребенка? Нет, до крещения. Раньше 8-го дня не крестят. Угу. До 8-го дня только женщина рожает, появляется возможность, читается молитвы, несколько молитв, чтобы не было именно... А кем вот читается? Священником. Священником. Да, я много раз читал, и там все хорошо. То есть, когда ребенок родился, то просят священника, чтобы он прочел молитву. Если уже потом появляется, уже многие упустили это, потом, как говорите, так называемый народе младенчик, ребенок плачет, не спит, читается тоже молитва в церкви о ребенке не спящем, так она называется, семи отроком, которые проспали очень несколько сотен лет. Тоже все хорошо. Это есть все в церкви. Церковь православная, она может ответить на любой недоумевающий вопрос, разрешить любое недоумение и помочь в любой скорби? Постарается помочь, и если человек будет искренен, если он будет самокритичен и не будет говорить, что это не от меня это зависит, не я виноват в этом, а кто-то будет искать вину кого-то, тогда это будет для него полезно, и можно найти выход. А если многие приходят, вот у меня мне наговорили, мне наколдовали, мне то-то, и человек не воспринимает это со своей жизнью, не проецирует, что это следствие его жизни. Ну, а если на человека вот действительно его заколдовали, а он, он приходит в церковь, молитва священника может снять с него эти колдовские чары? Молитва и жизнь этого человека. И жизнь. Нет такого, что ты прочитал какую-то колдунную молитву, все произошло по мановению волшебной палочки. Человек должен изменить жизнь. Ведь почему это произошло? Потому что он был незащищен, был далек до Бога, до церкви. Поэтому... А воцерковленного человека заколдовать невозможно? Ну, если он все соблюдает, то, конечно, невозможно.
Он защищен, он находится в ограде вот православной Киприанова церкви, семьи, да? Вот, например, да. Это как бы находится в такой крепости. Не обязательно, что человек, если ходит в церковь, он уже защищен. Человек может ходить в церковь, осуждать, ходить в не, церковь. Ну, понятно. И колдовать. И многие экстрасенсы приходят и возле иконы принимают энергию, да. То есть он ходит не к Богу, не к святым, а он ходит как источнику энергии, потому что любая икона – это как бы окно в потусторонний мир. Окно в тот мир. Отец Геннадий, все время уже в эфире и закончилось как-то неожиданно. Мы даже и не срезюмировали, но если можно, вот одним словом, будьте добры к телезрителям. Вот одна секунда у нас только. Не обращайтесь ни к каким новоявленным целителям, экстрасенсам, колдунам и прочим, называющим себя современными какими-то модными фразами вот, или названиями. Все у человека в жизни происходит по воле Божьей. И Господь хочет спасти человека путем тех же, посылая ангелов к нему, света. А если мы не хотим принимать эти вразумления в виде болезней, неприятностей, то мы тем самым отторгаем помощь Божию и пойдем по пути, который нам укажет уже другой ангел, падший по пути неспасительному и губительному. Отец Геннадий, спасибо. Друзья мои, сегодня у нас был в гостях настоятель Свято-Семеновского собора протоиерей Геннадий Дьяков, и мы говорили о том, какую опасность таит в себе увлечение потусторонним миром. Поэтому лучше обращаться к Богу. Кого боимся, яко с нами Бог? Це була розмова на тему. На все добре.